практически никак. Конечно, хуже стало. Ужасно. Не в лучшую сторону. Хуже. Ну, не улучшилось однозначно, в общем-то. Ну, так, чтобы сильно ухудшилось, пока еще не сильно зависит. Никак бы моих долларов нема. Наша жизнь изменилась в худшую сторону. Доллар – это для меня ничто. Ну, коснулось, но в плане, допустим, ограничений каких-то нет. Может быть, есть некоторые ограничения. Меньше где-то пойду в магазин, реже, меньше что-то куплю. Ну, а так, по большому счету, особо ничего. Почувствовали, вот у меня отец болен, и у него препараты, которые зависят именно от доллара, они стали в 2-3 раза дороже. Пенсия та же. Ну, стараемся теперь не покупать какие-то продукты там или необходимость какая-то в жизни для того, чтобы хотя бы выжить. Во всем. По чуть-чуть во всем. Да. И в питании, и в одежде. Больше экономить ты начал? В чем? В всем. Естественно, стал экономить даже на продуктах. Хорошо, продукты там, одежда там, да? Да, естественно. Как-то экономить. Это реально. Продукта нет, тем более, когда есть дети, то здесь как бы вопрос не стоит. Сколько надо, столько и покупается. К себе, возможно, там одежда еще, так что это отразилось на повышенной степени на продуктовом наборе. Я в аптеках пока не пользуюсь, продуктов ем мало, поэтому для меня это пока не очень важно. А как будет дальше, не знаю.